Окей. Мы танцуем самые простые вещи, которые когда-то танцевали миллионы, сейчас десятки тысяч в стране. Штуки называются свинг и рок-н-ролл. Начнем с самого простого. Движение, которое называется лапша. На лапше можно ходить. Отлично. Попробуйте, не бойтесь. У вас тоже получится. Более сложная версия лапша с амбразурой. Молодцы! Молодцы, что присоединились. Кладу лапу ей на холку. Крепко кладу. Надежно кладу. Чувствую себя уверенно, нагло и дерзко. У всех все получится, не бойтесь!